Слишком грешен, сударыня. Рассказывай. Обидел кого? Против вас возбуждено уголовное дело. Оскорбление чувств верующих. В тюрьму? А можно в туалет? Уволили, что ли? Да. Уволили. Димитров в монастырь сослали. Это хуже тюрьмы. Может, мне тоже в монастырь? Ты дурак. Устав у нас строгий. Исполняет послушание, будешь исправно. Алло, Черпаков, второй раз звонить не буду. Звонят, чиновниками алло. Представляют. Алло. Хорошо, не президентом, слава богу. Я тебя на чистую воду выведу. Ох, Димон, Димон. Да без вон, терпи. А ты без не вздумай девок искушать. Это что, телефон? Нет. Я знаю только одну вещь, которая может так вибрировать. Наивная эта душа. Мне сыну 15, мне с ним об сексе говорить? Конечно, говорить. Много нового узнаешь. А может, тебя для этого сюда и поставили? Лайк мне поставишь? Он неплохой человек. Всем спасибо. Это был отец Анатолий. Слетай, прости, что так вышло, блин. Почему ты все делаешь не как положено? Что он такое? Непослушник. Да! На нас Моргенштерн подписался. Кто такой?